дальний свет не покидает нас, не блуждает по дорожке узкой. И как на свидание каждый раз прошлое, прошлое идет ко мне по-русски. Дорогие гости, чтобы вы могли больше узнать о своем отце, дедушке и просто приятеле, я представлю всем вам часть из прошлых поздравлений, данных ему сотрудниками в дни юбилеев. Итак, начнем. Дорогой Марк Иосифович, в этот декабрьский день сердечно поздравляем тебя со славным юбилеем 50-летием. Прекрасный путь от молодого инженера до убеленного сединой главного конструктора прошел ты за это время. И где бы ты ни работал, куда бы тебя ни забрасывала твоя инженерная судьба, ты везде и всегда был для нас эталоном конструктора и человека. Высокий профессионализм, удивительное граничащее с фанатизмом чувство ответственности за получаемую работу, беззаветность и, наконец, прекрасное чисто человеческие качества, порядочность, честность, доброта, отзывчивость делают тебя, Марк, нашим любимым сотрудником, товарищем, другом. Мы учимся у тебя, и наше общение с тобой обогащает всех нас. Спасибо тебе за это. Дорогой Марк, желаем тебе крепкого, крепкого здоровья, мирного светлого неба, полного благополучия и счастья твоей большой прекрасной семье. А еще желаем тебе, Марк, чтобы дедушка у твоих внуков стал скорее в 1985 году кандидатом наук, ибо ты более чем кто-либо заслуживаешь этого, сотрудники. Прошло 10 лет. За окном снежок и солнце, флаги на домах висят. Конституция сегодня? Что вы, Марку 60. Юбилей у нас сегодня. Эта дата не пустяк. Можно подвести итоги лет за это 35. Вот стоит он перед нами, а ведь мало знает кто. Орден есть и две медали, знак нагрудный у него. Он ударник, он участник, он подводник, он матрос, ветеран, конструктор главный, до директора дорос. Он красив, высок и строен. Нет, не скажешь, 60. И в толпе порою ловит на себе он женский взгляд. Уголка почти что нету, где бы Марк не побывал. От отелей до плавучек только где не ночевал. Месяц, два вдали от дома, запад, север и восток, есть и Крым. Да и восточный рядом с ним Владивосток. И на всех флотах России Левианта знает всяк. Корабли его системы океаны бороздят. Пурги, Ладоги и Лахны, водопады и ветра, Бресты, радуги, гранаты, всех не вспомнишь до утра. Но однажды оказалось, нет вокруг теперь врага. Экологией заняться с пользой Марк решил тогда. Берегись, микроб, нитраты, яды, грязная вода, всех отловит и очистит быстроходный наш ПК. В этот день, такой хороший, в этот славный юбилей, Марк, тебе мы пожелаем замечательных вещей. Пусть здоровье будет крепким, это главное теперь. У друзей всегда пусть будет для тебя открыта дверь. Пусть твой дом теплом, уютом, лаской помнится всегда. И надежнейшим приютом будет вечно для тебя.
пусть и в радости, и горе, в доме том твоя жена, по колено будет море, если знаешь, ждет она, чтоб в решении всех вопросов был на правильном пути. Еще тебе желаем счастья, долгих лет, любви. Из многих поздравлений к 60-летию я выбрала еще одно. Люди нашего поколения помнят, что ради выполнения плана в конце года выпускалась продукция, ну, скажем прямо, не совсем хорошего качества. Знают все, в конце квартала в магазин ходить нельзя. На покупку шансов мало, говорят кругом друзья. Потому как штурмовщина, потому навалом брак. Но один из нас, мужчина, рассуждал совсем не так. Он решился и красиво, суеверный страх отверг, и родился всем на диво в конце года под четверг. И с тех пор за ним удача ходит просто по пятам. Есть участок, будет дача, и системы тут и там. Что же это за мужчина? Угадает кто из вас? У него еще два сына, внук с него не сводит глаз. Выше среднего он роста, не зануда, не педант. Отвечаем, это просто главконструктор Левиан. За морями я теперь живу, но я часто вижу наяву прошлое, прошлое идет ко мне по-русски. Прошло еще 10 лет. Мы в Израиле. Марк не отделен вниманием женщины здесь. Не знаю, радоваться мне или печалиться. Есть два поздравления от одной и той же женщины, что особенно тревожит, хотя она ссылается на любовь женщин всего Ульпана. И вновь у Марка день рождения. Мой мозг задумчиво затих, и как по щучьему веленью сам по себе сложился стих. Писать о Марке мне приятно, он уникален и умен, он говорит всегда понятно, и весь Ульпан в него влюблен. На то есть веская причина, наш Марк ведь истинный мужчина, высокий, стройный и не лысый. Но любит лишь свою Ларису. Он муж надежный, нежный, верный, отец и дедушка примерный. А как азартен, стартен в споре, он правде верен до конца. Вся сила духа в этом взоре его прекрасного лица. Желаю долгих добрых лет. Твоя поклонница, привет! И вот второе посвящение от этой же женщины. Я Марку посвятила много строк. Его закон – порядочность и честь. И счастье, что такие люди есть. Без них бы мир существовать не мог. Мой тост банален и совсем не нов. Живи и здравствуй много-много лет. Ты лучший в мире муж, отец и дед. Лехаем лабриют бемазольтов. А особенно дороги деду поздравления от внуков, написанные ими на русском языке. Вот что сказал старший внук. Дедушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья и радости в жизни. Артем. А вот что пишет внучка. Поздравляю тебя с днем рождения. Пусть исполнятся все твои желания. И пусть тебе с нами будет хорошо. Аня. И рядом нарисовала сердечко. А вот это написал средний внук. Дорогой дедушка, желаю тебе очень-очень долгой жизни, счастливой и здоровой.
вместе с бабушкой. Я очень люблю тебя и надеюсь, что в следующем году вы с бабушкой будете более оптимистичные. С любовью, Даник.